В администрации Шадринска состоялась инаугурация Антона Константиновича Мокана, вступившего на пост главы города. На мероприятии присутствовали почетные жители города Шадринска, представители правительства Курганской области, депутаты Курганской областной и Шадринской городской дум, представители политических партий и религиозных конфессий, а также руководители предприятий, организаций и силовых структур. Все они произносили слова напутствия, поздравления и теплые пожелания новому главе второго по величине города в Курганской области. В торжественной обстановке Антон Константинович произнес присягу. Вступая в должность главы города Шадринска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои способности на благо населения города Шадринска. Конкурс на пост главы Шадринска проводился в связи с отставкой прежнего главы Виктора Ермишкина. Напомним, в голосовании принимали участие 22 из 24 депутатов. За Антона Константиновича проголосовали 18 человек. 2 человека проголосовали за Светлану Новоселову. Еще 2 бюллетеня были признаны недействительными. Нового главу Шадринска поздравила Людмила Николаевна Новикова, которая также занимала пост главы города. Труд главы города настолько многогранен, и так ко многому обязывает, что прежде всего это ответственность перед жителями нашего города и, конечно, в целом жизнь города. Успехов вам! Ну и вперед! В завершении церемонии Антон Константинович произнес торжественную речь. Сегодня вместе с должностью главы города Шадринска я беру на себя большую ответственность за свою малую родину. Считаю своим долгом честно работать на благо земляков, быть всегда открытым, всегда готовым слушать и прийти на помощь. Вот есть хорошая такая пословица: если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Все вместе, а это значит вместе с каждым из вас. Будем стараться находить компромиссы, решать проблемы города, ну и честно работать. Я понимаю прекрасно, что нам предстоит непростой путь, но уверен, что с вашей поддержкой, с поддержкой жителей города, мы пройдем этот путь достойно. Только вместе и только вперед. Спасибо.